Минуту молчания в память о павших, пламя вечного огня и море цветов. 9 мая венки и букеты ложатся к подножиям всех памятников и мемориалов страны. День 75-летия Победы члены Общественной палаты Одинцовского округа торжественно возложили цветы к главному мемориальному комплексу в Одинцове. Сегодня очень важный день для нас, для всех. Сегодня 75-летие Великой Победы. И, конечно же, мы не могли, несмотря на самоизоляцию, остаться дома. Мы, представители Общественной палаты, сегодня пришли к вечному огню, чтобы возложить цветы. Памятник Митрофану Неделину возвели в 2019 году. Его установили в сквере недалеко от дома, где жил легендарный маршал. Представители сообщества родителей Одинцовского округа принесли к подножию мемориала целую корзину алых цветов. Этот праздник занимает особое место в сердцах всех наших людей. И несмотря на то, что мы сегодня не можем, как обычно, обнять наших ветеранов, собраться все вместе у памятников и мемориалов и возложить цветы, я уверена, что каждый из нас сегодня почтит память героев минуты молчания. День Победы, как он был от нас далек, как в костре подушил камнем уголек. Акция «Поющие дома» стала одним из самых ярких моментов. Жильцы дома номер 11 на улице Вокзальной, как и многие другие жители округа, ровно в 12 часов дружно исполнили песню «День Победы», стоя на своих балконах с портретами воевавших родственников. Атмосфера нашего главного праздника, Дня Великой Победы, который в этом году прошел в новом формате, не стала менее торжественной из-за ограничений и режима всеобщей изоляции. Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». День Победы!